Они сошлись, Сибирь и Поволжье, КамАЗ и Новосибирск. Два клуба, которые сражаются за единственную путевку в ФНЛ. Здравствуйте, добрый вечер. Говорит и показывает стадион КамАЗ. Мы с вами на последнем матче 21-го тура в рамках 4-й группы чемпионата профессиональной футбольной лиги. Погода сегодня в Набережных Челнах без дождя, но довольно-таки пасмурно стало под вечер. Олег Калугин по 27-м. А Юкин бьет! Вот это да! Попытка сыграть на левый фланг. Видно, что футболисты Новосибирска... Так, вот это, наверное, будет нарушение. И да, без карточки пока обходится у нас. Янушковский бьет по воротам. Это был опасно. Османов гол! 11-я минута. Ридван Османов забивает свой мяч. Янушковский пробивает. Цыган отбивает перед собой. Османов первый на добивании. Для Османова, но не точно. Здесь Косинчук сыграл налево. Здесь Балахонцев. Дальний удар. Мамин на месте. Так, а теперь Абазов подает штрафную. Но тут Цыган. Янушковский из убойной позиции чуть-чуть не попал по воротам. Верно, Чушьялов. Так, судья показывает, что можно продолжать играть. Бакай с мячом. Житнев. Передача низа. Момент. Ух ты! Вот это сейчас был момент. В моменте с падением Косинчука. Вот Гаглоев. Не совсем было понятно, что случилось с Сашей. То ли это столкновение, то ли это было повреждение. Но если это травма, а Саша держится за, по-моему, ахилл. А Юкин сейчас поборолся. Балахонцев сыграл на Косинчука. Косинчук входит в штрафную, бьет по воротам. Попытка пробить второй раз. Удар по воротам. Мамин. Мамин на месте. Сложно понять, если у Максима нету травмы. КамАЗ после первого тайма ведет дома у футбольного клуба Новосибирск со счетом 1-0. Флангу Новосибирска Сафронов подает штрафную. Здесь Коржунов. Удар по воротам. Чушьялов сопроводил. И Мамин уже рядом со штангой позиционно. Хороший был момент. И здесь, наверное, немного не попал. Более точно, наверное. Так, а вот там, наверное, может быть фол. Нет. Показывает, что надо играть. Османов там с Нарылковым. А вот Гаглоеву здесь досталось. Мы особо ничего и не вспомним. Но то, что инициатива перешла гостям, это очевидно. Гаглоев подхватывает мяч. Низом в сторону Галиакберова. Ну вот, не в шаг. Так, а у нас там, по-моему, фол был и досталось Чушьялову. Коржунов перехватывает мяч. Аюкин с отбора Жиронкина. Руслан с мячом делает передачу на 10-го номера. Жиронкин на Абазова. Сейчас есть хороший шанс отличиться во второй раз. Гаглоев. Передача низом на вторую линию атаки. Входит мяч из аута. Галиакберов. Попытка сыграть в центр не удалась. На перехвате Бугулов. Вот это сейчас может быть опасно. Дальний удар Георгий, но его заблокировали. Здесь Абазов на перехвате. И вот чуть-чуть не подскользнулся Астемир. Но тут Калугин продолжает мяч. Полет мяча на Воронина. Воронин подает. И Кириллов пытался пробить головой. Своих партнеров. Морозов, Жиро... Вот это сейчас, конечно, нарушение правил со стороны, по-моему, Бугулова. И вот там какая-то потасовка завязалась. Тисленко, Аюкин, по-моему. Ну, не за фол, наверное. Потому что за фол... А, идет штрафной. Нарылков подает. До мяча достает. И момент у ворот КамАЗа. Мамин! Что творит Мамин? Мамин выбивает на линии просто... Из ворот, казалось бы, мячу некуда деться. Ну, наверное, сейф тура. И вот смотрим повтор. Подача в штрафную. Достает и переводит мяч. И уже низом тут косится. Я поздравляю вас, всех болельщиков футбольного клуба КамАЗ. Живут мечтой. Мечтой
выйти в ФНЛ. И вот сейчас по этим глазам, по этой радости мы видим, как важна была сегодня победа. Следующий матч пройдет 30 апреля в ближайшую пятницу. Соперником будет «Динамо» из Барнаула. Начало встречи 18:30. Приходите поддержать команду на стадион «КамАЗ». До встречи на футболе. С вами был Альберт Хафизов. Живите футболом, он прекрасен.